Заходите. Ну что, Джек, есть да, что-нибудь? Мы только что получили сообщение от Кеслера, нашего агента. И? Оба наших агента схвачены и их содержат в замке Вольфенштейн. Черт. Собирайте совещание, да. Джек. Ладно, джентльмены. Давайте смотреть по порядку, что мы упустили. Вот что мы знаем. Это замок Вольфенштейн. Он расположен в горах Северной Германии. Ну, мы знали про этот замок уже в течение некоторого времени, но только сейчас мы получили сведения от германского сопротивления, что там имеют место некие оккультные действия. Это члены недавно сформированной паранормальной дивизии СС. Небольшой, но элитной группы, в которую входят люди не только с высоким IQ, но также зарекомендовавшие себя успехами в оккультизме и паранормальном. Командует Хельга фон Бьюлоу. Один из информаторов в деревне сообщил, что не так давно она со своими людьми прибыла в этот район. Индивидуум с моноклем Вильгельм Штраус, также известный как «Мертвая голова». Жестокий, но великолепный ученый, который возглавляет... Специальные проекты. Превосходно. Он возглавлял проекты по разработке специального и ракетного оружия. Кроме того, есть слухи, что он возглавлял специальные химические и биологические разработки. Очаровательно! Но теперь все эти люди занимаются археологическими раскопками около замка. Итак, новое оружие. Ракеты, биологические и химические исследования, а ну, теперь это как и оккультизм. Вот почему наши парни там. Джек, что нам нужно сделать? Ну, мы можем послать к ним спасательную команду. Или? Или будем ждать, что они смогут выбраться сами. Как прикажете, сэр? Ну, похоже, что мы опять играем в ожидание. Ждем приказаний, герр доктор. Идите и приведите другого. С этим все. Так точно. А теперь мы попробуем еще раз, правда? Так, на кого вы работаете? Вот вы где.